Здравствуйте, друзья. Конфликт «Буря в пустыне 2». Продолжение игры, которую я прошел буквально вчера. Вот. Прошел я пока что на данный момент только первую миссию этой игры, но уже я вижу отличия от оригинала. Во-первых, картинка стала красивее. Не намного, но красивее. Причем технически-то, может быть, она абсолютно такая же. То есть движок абсолютно тот же самый, это факт. Но проработка уровней, она все-таки стала значительно лучше. Но самое главное, что я заметил, в игре добавилось динамики, зрелищности, то, что очень важно. Появилась, например, почему динамика добавилась? Появилась возможность перекатывания, то есть это, по сути, стрейф в положении лежа. В первой части мы могли только вертеться вокруг своей оси в положении лежа, теперь мы можем перекатываться. Появилась возможность выглядывать из-за углов, допустим. Хорошо, хорошо. Музыка стала однозначно получше, подинамичнее, что же вносит свою лепту. Вот, ну как я понял из рецензий на журналах, что случилось? Нам показывают какой-то мультик, да? Фоли. Так вот, в игре 10 миссий, не 15, а 10. Это, конечно, минус. Вот я прошел только что первую миссию, очень даже зрелищно, эффектно, но довольно быстро прошел. Надеюсь, остальные миссии будут не такими короткими. Вот. Так что давайте начнем. Начать игру. Уровень сложности средний. Выбираем отряд спецназа США. Кстати, если выбрать английский спецназ, то у них и морды, и фамилии абсолютно те же самые. Чистая формальность. Еще немного, еще. Внимание! Атакуем! Атакуем! Нам требуется немедленная помощь! Вас понял, Дельта-2. Конец связи. Отряд Дельта-2 отрезан за линией фронта. Определите его местоположение и окажите необходимую помощь. Вертолеты поддержки прибудут в эту точку. Зачистите городские стены. Уничтожьте зенитную установку и ее прикрытие перед тем, как войти в город. Войдите в город и следуйте к последней известной позиции отряда Дельта-2. Аль-Хадар, Северный Ирак, 16 января 91. Ребята из Дельты-2 сейчас на севере от городской стены. Доберитесь туда и помогите им. Удачи, прием. Готовность к нему. Приготовить. Джипом управляет бот, я могу взять управление на себя, но в принципе я лучше буду управлять пулеметом. Как видите, уже чувствуется дух Call of Duty. Уже чувствуется голливудщина, чего не было в оригинале. Так, выгружаемся, быстро выгружаемся все. Быстро все выходим, принимаем бой. Я немножко растерялся. Меняю обойму! Нам нужно прорваться вот в то здание впереди, потому что иначе они будут оттуда идти еще долго. Нужно потихоньку перемещаться к тому зданию, друзья. Блять, доложись, сука. То ли у меня клавиша Space плохо работает, то ли что, я не пойму. Давайте, все к этому зданию. Так, это здание мы зачистили. Больше они отсюда идти не будут. Хорошо, подобрали гранатомет. Я сожру аптечку. Продолжаем зачистку. Впереди пехота! Блять, с положения стоя хрен попадешь. Слишком скачет курсор. Пойму.
Зачищаем здание по одному, чтобы они перестали оттуда вылазить из этих зданий. Впереди пехота! Где твоя мордость, сука? Перекушу аптечкой. Так, давайте, вот это здание нужно зачистить. Чтобы они не лезли оттуда. Сука, вырубили меня, вырубили. Так, ну есть аптечки. Все, Фоли опять в норме. Вот так вот поочередно нужно зачищать здание, потому что если ты не зашел в здание, они еще долго могут оттуда вылазить. Такая вот особенность. Если вы не хотите долго играть, нужно... Да что ты будешь делать? Нужно действовать более агрессивно. Блять. Еще и Джонса положили. Да. Я потому что забыл дать команду идти за мной. Так, Фоли очнулся. Так, зачистили и это здание. В принципе, все. В этом поселке мы закончили. Дальше идем пешком. Ну, хотя, кстати, можно и поехать. Потому что противотанковые ежи, которые на дороге, мы можем их сейчас взорвать, С4. Поехать. Но там, в принципе, и пешком недалеко. Мне как привычнее все-таки своих двоих. Установить взрывчатку С4 под эту баррикаду. Ставим С4. Альфа-1, пора двигаться. У нас не так много времени. Качество локализации заметно лучше стало. То есть мы уже не слышим английскую речь, полностью переведено на русский. Причем актеры стараются, в отличие от оригинала, они уже стараются играть. Ко мне! Ко мне! Значит, цели миссии. Значит, городские стены. Зачистите от охраны городские стены и периметр перед главным входом в город. Войти в город. Войдите в город и разыщите последнюю известную позицию отряда Дельта-2. Сержант Арнольд и транспорт отряда присоединятся к вам на этой позиции. Помните, в городе много снайперов противника. Не должны быть снайпера. А эти нас даже не видят. Блять, почему я не попадаю, я не понял. Дураки по вертолетам стреляют. Снайперские орудия надо выводить. А где снайпер? Не вижу, вон вижу. Меняю обойму. Альфа-1, враг направляется к вашей позиции. Прием. Черт, танк, друзья. Тихо-тихо. Отходим. Танк на позиции. По нам танк лупит. Сейчас должен Апач прилететь, вынести танк.
по нам работает. Уходите оттуда, пока не появились новые снайперы. Так, Апач вывел из строя танк. Брэдли, мы Брэдли где-то потеряли. Брэдли погиб временно. Где он там? Возле где-то, возле стены. Так, ищем Брэдли. Так, я ориентируюсь только по стонам. Не вижу его. Вот он валяется. По нему танк сработал, скорее всего, как я понимаю. Ко мне! Ну вот. Позиция. Вот за этой стеной будет город. Кидаю гранату. Заметьте, взрывы стали более красочными. Прекратить огонь! Внизу есть гражданские! Бросаю гранату! Откуда стреляют? Эта часть города похожа на лабиринт. Может быть, они где-то здесь укрылись? Отлично, мы уже приближаемся. Теперь сами на себя, господин. Прям Call of Duty, да, друзья? Конечно, сильно шагнула вперед игрушка. В сравнении с оригиналом в плане зрелищности. Который раз повторяюсь, конечно, но тем не менее. Хочется подчеркнуть этот момент. Так, последнюю аптечку. Нет, аптечки еще есть. Подождите. Аптечки есть? Смотреть боба, ребят. Ребята выручили, но я опять полудохлый. Меняю обои. Меняю обойму. Очечки жрут тоннами. Берегите головы, парни. Где противник? Не понял. Цель уничтожена. Так, уничтожено и ладно. Ну вот, в принципе, мы и добрались до финала. Соберите отряд у подбитого вертолета. Это наши парни едут. Так, и вот подбитый вертолет. Миссия пройдена. Ну, чувствуется разница, конечно, между первой и второй частью. В лучшую сторону. Хорошо поработали, ребята. Нашли кого-нибудь? Нет. Похоже, что ребята из Дельта-2 ушли. Пока не расцвело, попробую разыскать. Зачистите территорию. Вперед! Шевелись, шевелись! Так, тут тоже кто-то набрал опыта. Спасибо за внимание, друзья. Увидимся в следующей серии.